Жальтесь, очаровательная Анна Мартыновна, ну жальтесь. Нет. Ну. Куда же вы? Так нельзя. А Гран-Рон? Гран-Рон, сильвупле. Актеры драматического театра готовятся к премьере спектакля «И смех, и грех». По задумке режиссера Геннадия Гущина, эта постановка объединила в себе две одноактные пьесы «Свадьбу Чехова» и «20 минут с ангелом Вампилова». В итоге два акта, две анекдотические ситуации. Сложность постановки в стилистической особенности коротких пьес, ведь они требуют предельной концентрации действия. Для достижения этого эффекта режиссер ввел в постановку многочисленные танцевальные и музыкальные эпизоды. Все идет в рабочем режиме. Сейчас закончились новогодние праздники, был перерыв, потому что основная часть артистов была занята в новогодних представлениях, сказках. Вот. Сейчас мы вспоминаем, у нас в первой части много очень будет песен, танцев. Сейчас задача все это вспомнить. То есть все нормально, в рабочем режиме идет. Эту постановку можно смело назвать экспериментом, ведь «Свадьба» и «20 минут с ангелом» – произведения разных эпох. И все же в них много общего. Действие обоих произведений развивается в течение суток в ограниченном пространстве. В чеховском водевиле свадьба проходит дома у кухмистра. А вампиловские герои проживают день в стенах провинциальной гостиницы. Но главное связующее звено – это смех сквозь слезы. Отсюда и название «И смех, и грех». Если первая часть «Свадьбы» она более водевильная, она более веселая, буфонадная такая даже, яркая, да, а то вторая вещь – это «Вампилов» уже, да, и там уже более все серьезно, как бы. А все равно все это говорит о жизни. То, что «Свадьба» чеховская написана была полтора века назад, и то, что «Вампиловская» пьеса была написана 50 лет назад, там 40 лет назад, они говорят о нашей жизни, что с нами происходит. Оценить театральный гибрид можно будет 4, 5 и 16 февраля. Премьера состоится на большой сцене драматического театра. Билеты уже поступили в продажу. Анастасия Зверькова, Александр Мокин. Новости сейчас.